Итак, мои хорошие, мы сейчас будем готовить завтрак. Вот такие у меня грибочки есть. Будем делать омлет с грибами, чуть-чуть колбаска обжаренная, лук зеленый, чуть-чуть паштета и все. Я буду обжаривать на подсолнечном масле и добавлю туда чуть-чуть оливкового масла. Здесь грибы, в принципе, можно даже есть сырыми. Здесь это в порядке нормы. Вот, так как у нас осталось после девчонок, после рабочей недели, значит, вот такие шайбы я покрошила. Они с фисташками. Это колбаса с фисташками. Вот кусочки фисташек здесь видны внутри вкрапления. Вот, это будем обжаривать вместе с грибами. Вот такая красота у нас получается. Сейчас надо взбить 5 яиц с молоком, с солью и залить сюда, на медленный огонь поставить и закрыть крышкой до полного приготовления. 5-6 яиц. Добавляем молока примерно, чуть меньше, чем яиц. Любой жирности. Короче говоря, перчим, солим чуть-чуть. Сейчас, Кирочка. И взбиваем, а потом заливаем туда. После того, как мы взбили все хорошо, мы выливаем эту смесь в общий котел. Перемешиваем это все, чтобы это все вот так ко дну не прилипло, и закрываем крышкой, ставим на медленный огонь, она должна подняться минимум наполовину. Мы делаем это без соды. В общем, как получится, посмотрим, как это выйдет. Итак, у нас должно получиться вот так. Здесь какой-то прикол с этими крышками в Германии. Мы все знаем, что продаются сковородки или кастрюли вместе с крышками, а здесь они все отдельно продаются. Поэтому я купила вот такую мягкую крышку, которая подходит от маленькой кастрюльки больше, короче говоря, до самой огромной. Приятного аппетита. Итак, всем. Вот такая у нас омлет такой получился. Приятного всем аппетита. Пока-пока.